Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Ходила на стретчинг, и я не ходила уже, наверное, год. И сегодня решила снова начать, потому что растяжка – это сила. И знаете, как у меня сейчас ноги ноют? А я представляю, что будет завтра, а что будет послезавтра. Я сейчас иду к метро. Но оно здесь очень близко, поэтому трансляция опять буквально на 2 минуты. Но я еще дома буду вести трансы вечером, как только вернусь. Вот, если Света не успеет к этому времени прийти, то я выйду в перископ. Если Света ко мне придет, то я выйду, как обычно, очень поздно ночью. Вы же знаете, я люблю так делать. Вот. Я иду в метро и поеду домой. Только что с тренировки. Тату нормально, хорошо. Сейчас сходит пленочка, особенно с тату, которая с космосом, где половина мордочки котика, вот. И там прям такая, с глаза его сходит такая цветная пленка, это так стрёмно, но это значит, что тату заживает и все отлично. Вот. Как я вам покажу, я на улице в куртке. Вы чё, ребят? Нет, сейчас не болит. Да, я в Москве, привет. Спасибо. Сняла сегодня видео, и то, что я видела на фотоаппарате, как я выгляжу и какое качество, я очень довольна. Я приду домой и сяду монтировать, вот. Но выложу, наверное, на следующей недельке. Вот, да, на следующей получается. И у меня пришла смс, что баланс менее 60 рублей. Отлично. Привет, я в метро иду. Когда делали, нет, неприятно, но не больно. Белые. Но мне кажется, это просто такое освещение. Или, не знаю. Нет, сейчас не холодно, хорошая погода. Какой интернет? Ну вот сейчас я через 4G. Я сняла видео. Одно, кстати, будет с конкурсом. Я же купила всякие вкусняшки из Питера, я их разыграю. А второе видео, вот там, где конкурс, там покупки из Питера, соответственно. А первое видео – мнение экспертов. Ну, это прошлое, те, кого не спрашивали. Вы же так ждали, и я такая, а что я вечно откладываю? Надо брать и снимать. И сняла. Вот. А еще я смонтировала первый влог из Питера, там же, где и Версус. Вот, он уже как бы на канале, но закрыт. Потому что пока нельзя выкладывать. Когда можно будет, тогда я выложу, открою. Вот, я ничего не имею права говорить по этому поводу, я не могу, извинить. Вот. На трене отлично. Мне очень стыдно, что раньше я садилась на шпагат, а сейчас я какая-то раскорячка. Стыдно. Ладно, я вхожу в метро. Все. До встречи дома. Пока.